Ближайшие планы – ремонтные работы на центральном водоводе по улице Пензенской. Они начнутся 25 мая во вторник. В связи с этим в северной части города от западного микрорайона до кормсовхоза с 9 утра и до окончания работ водоснабжение будет остановлено. Сотрудники горводоканала планируют предпринять все меры для оперативного завершения ремонта и чтобы граждане испытывали неудобства как можно меньше. Что предстоит сделать? В настоящее время на водоводе диаметром 500 миллиметров, это по улице Правда, Пензенская, предстоит, значит, провести ремонтную работу по задвижке и в районе старого Молодина, также на центральном водоводе. Ремонт позволит центральному водоводу нормально функционировать с соответствующей пропускной способностью. Нынешняя замена внеплановая, так как недавно аварийные службы горводоканала выявили неполадки в задвижках, которые сейчас и приводят в порядок. Кроме этого, муниципальное предприятие «Горводоканал» активно ведет и плановую деятельность. Она направлена на улучшение качества воды. Комплексные работы в районе от кормсовхоза уже начались. В настоящее время по улице Правды мы проводим работы по водопроводу, точнее по строительству водопровода диаметром 100 миллиметров, материал полиэтилен. Это улица Правды от кормсовхоз. Это получается то, что мы закольцуем этот район в городе, вот именно от кормсовхоз. Тем самым мы улучшим качество воды, подаваемой населению именно в этот район. В ближайшие дни в этом районе будет заменено около 600 метров трубы. На следующей неделе начнутся работы по замене участка по улице Дальняя. Это около 130 метров водопроводных сетей диаметром 100 миллиметров. И этот ремонт в первую очередь направлен на улучшение качества воды. Но это только часть комплексной деятельности. Кроме этого, ведется промывка резервуаров 7 водозаборов, а также городских водопроводных сетей. Из 23 километров по плану уже промыто 14 километров. Заменено 180 метров стальных вводов на полиэтиленовые.